10 тысяч молодых сосен высадили на месте сгоревшего леса в Тольятти. Напомню, почти 2 гектара зеленой зоны в центральном районе Автограда пострадали от лесных пожаров 2010-го. Пару лет спустя на этом месте заложили монумент, солдатскую часовню и лес памяти, посвященный героям Первой и Второй мировых войн, уроженцев Ставрополя на Волге. С тех пор ведутся лесовосстановительные работы. Из областного бюджета на эти цели выделено почти 195 миллионов рублей. Все работы, связанные с восстановлением, имеют глубокий исторический смысл. Это и память о Первой мировой войне, это и о Великой Отечественной войне, это вдвойне важнее. А наше главное богатство, что бы мы ни говорили, нефть, газ, золото, металлы разные, нет ничего, там ничего не может сравниться по сравнению с богатством лесным, который имеет наша страна. Восстановление леса идет в рамках 2 областных программ. И что особенно важно, многое делается добровольцами. Хорошо, что в этом участвуют предприятия города, хорошо, что в этом участвует население города. И посадкой, и руками, и организацией работ. И, скажем, на сегодня огромный объем работ проделан просто по инициативе жителей и предприятий города. Только в этом году на территории области планируется высадить почти 1000 гектаров леса. Это позволит полностью ликвидировать последствия пожаров 2010 года. Не только восстановить то, что сгорело, но и наращивать посадку новых лесов, разбивать новые парки и скверы в городах. Задача на ближайшее время, подчеркнул глава региона.